эфире служба новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Вроде вывезли, почему в Сарове произошел мусорный коллапс. Под крылом батюшки Серафима православная гимназия отметила праздник в день памяти преподобного. Как воспитывают настоящих мужчин? Военно-патриотический клуб «Разведчик» вошел в тройку лидеров ВПК Приволжского федерального округа. Баки наконец опустели, мусор в нашем городе вновь стали вывозить по графику. Однако нет никаких гарантий, что мусорный коллапс не накроет наш город вновь в ближайшее время. За последние 3 недели проблема появилась дважды. Почему сбился график вывоза мусора и что предприняли для стабилизации ситуации? Эти вопросы мы задали региональному оператору ООО «МСКНТ». На прошлой неделе практически в каждом дворе города стояли переполненные баки, забитые отходами, а мусоропроводы были замурованы до 3-5 этажей. Чтобы разобраться в ситуации, наша редакция отправила официальный запрос региональному оператору ООО «МСКНТ». К причинам задержки вывоза мусора в нашем городе он относит вспышку ОРВИ среди сотрудников и сильные морозы в регионе, из-за которых замерзла гидравлическая жидкость в мусоровозах. Также сложности в работе мусоровозов добавили узкие дворы города, заставленные автомобилями и плохо расчищенные дороги, утверждает директор нижегородского филиала МСКНТ Иван Егоршин. Припаркованный во дворах личный автотранспорт жильцов, сильная наледь, колеи, не расчищенные во всю ширину проезжей части дороги, не всегда позволяли своевременно произвести погрузку отходов с мест накопления. Для предотвращения мусорного коллапса в городе рекоператор принял ряд мер. В город направили водителей и грузчиков со смежных подразделений нижегородского филиала, а также провели профилактические действия по техобслуживанию гидравлических систем, что помогло вернуть в строй большую часть автопарка мусоровозов, пояснили в МСКНТ. Дополнительный мусоровоз выделили из главного офиса в Москве. Сейчас ситуация стабилизировалась. Результат проделанной работы многие горожане наблюдали своими глазами в начале этой недели, увидев пустые мусорные баки в своих дворах. Однако нет никакой уверенности, что ситуация не повторится вновь. За последние 3 недели наш город столкнулся с проблемой вывоза мусора дважды. Перед новогодними праздниками и сразу после выходных. Наша редакция отправила еще один запрос в Государственную жилищную инспекцию региона. В этот орган обращаются управляющие компании и местные жители, которые недовольны работой рекоператоров. На МСКНТ жалобы также поступали. За прошедший 2022 год в адрес госжилинспекции поступило 4 обращения по деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в городе Сарове, ООО «МСКНТ». Все вопросы в данных обращениях отработаны в кратчайшие сроки. ООО «МСКНТ» были приняты все меры по устранению нарушений по своевременному вывозу отходов. Проблему вывоза мусора в нашем городе также поднимут на заседании Думского комитета. На обсуждение пригласили представителя регионального оператора. О результатах встречи расскажем в ближайших выпусках новостей. Если мусор в вашем дворе не вывозят дольше 3 суток, с жалобой вы можете обратиться в диспетчерскую службу рекоператора по номеру 8 831 265 31 86. В России стартует декларационная кампания. Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников. Как представить декларацию о доходах, в какие сроки, расскажем далее. Налоговая декларация по форме 3 НДФЛ – это письменное заявление физического лица о своих доходах и расходах за год. Если вы получили доход, то подавать декларацию 3 НДФЛ в налоговую – ваша обязанность. А если вы имеете право на вычет, то сдавать или не сдавать декларацию – уже ваш выбор. Срок подачи декларации о доходах – 30 апреля 2023 года. Представить декларацию можно по месту своего учета, либо в многофункциональном центре по предоставлению услуг. Также представить декларацию можно в режиме онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или на портале государственных услуг. Также можно заполнить в декларацию в программе декларации 2022 года. Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения – 5 лет. Получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога гражданина могут оштрафовать. Также его ждет начисление пени и взыскание задолженных средств через суд. Срок подачи декларации о доходах не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. Дополнительную информацию по декларации можно получить в налоговой инспекции города или по телефону 3-68-75. В автопарке депо пополнения много лет у предприятия был всего один гидромолот, что замедляло проведение работ. В этом году закупили еще два. Один уже работает на улицах города, второй поступит в ближайшие дни. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Карантин по бешенству животных установили в 10 районах Нижегородской области. В этом году выявили 3 положительных результата бешенства у 2 собак и 1 лисы. За прошлый год на территории региона обнаружили 63 случая бешенства среди животных. Это крайне опасное вирусное заболевание животных и человека. Оно неизлечимое. В случае развития клинических признаков вероятность смерти будет составлять 100%. Саровчане могут претендовать на звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Заявки на конкурс принимают до 1 июня. Звание третий год будут присуждать бизнесменам, которые внесли наибольший вклад в развитие региона. Получить почетный нагрудный знак могут предприниматели, которые работают на Нижегородской земле не менее 10 лет и имеют весомые достижения на уровне субъекта федерации, страны и на международной арене. Справки об участии в конкурсе по телефону 8 831 435 16 38. В январе православная гимназия отмечает День гимназии. Праздник приурочен ко дню памяти Серафима Саровского, чье имя носит школа. 13 лет назад она открыла свои двери для малышей, а в 2020 году состоялся первый выпуск. Прошлый год для Саровской православной гимназии выдался насыщенным на события и достижения в различных сферах. В честь 350-летия Нижегородской епархии все сотрудники гимназии получили почетный знак. Также в 2022 году гимназия подготовила ко взрослой жизни 18 юношей и девушек. И в первый раз для них прошел городской праздничный выпускной на площади, так как предыдущие года выпали на пандемию. Для гимназии это третий выпуск. Если выбирать, какие профессии выбирают наши выпускники, вот, например, можно, даже вот шутим, владыки, говорим, владыки, у вас уже есть целый театр свой, потому что из 45 выпускников у нас 6 выпускников учатся в театральных училищах, театральных институтах, в том числе в ГИТИСе, например, у нас учится, поступила Маша Гусихина. Есть у нас киносценаристы, есть у нас театральные критики. Выпускники выбирают и технические, и гуманитарные специальности. Также прошлый год ознаменовался для гимназии открытием нового спортивного зала и несколькими грантовыми проектами. Учащиеся педагоги сняли мультипликационный фильм из цикла «Настоятели» об истории Саровского монастыря. На средства гранта православной инициативы гимназисты реализовали проект «Прихожане нашего времени» и сняли 7 видеороликов о храмах города. Первый учитель в Сарове, который получил почетное звание «Серафимовский учитель» Людмила Куликова, который преподает историю, обществознания и основы православной веры в гимназии. Мы в гимназии, поскольку православная, у нас усилен компонент языковой, мы учим латинский, греческий язык, у нас дети учат церковнославянский, поэтому, конечно, гуманитарная составляющая у нас очень сильная и крепкая. Обязательно сдают экзамены, и церковное пение тоже изучают они со 2 по 9 класс. Ребята у нас все поют в хоре. Еще одним большим достижением православной гимназии стала подгруппа кадетов, которую открыли в прошлом году. Ребята занимаются физической и военной подготовкой. У учреждения также есть практика так называемых детских литургий, когда каждое воскресенье гимназисты не просто собираются в храм на общую молитву, но и поют, читают на клиросе. Мальчики помогают в алтаре, а потом совместными усилиями ребят убирают в храме. В день православной гимназии школьников торжественно посвящают в гимназисты, а они, в свою очередь, читают кодекс чести гимназиста. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитанники детской школы искусств стали участниками творческого проекта «Nuclear Kids» для детей сотрудников предприятий атомной отрасли. 32 исполнителя из 17 городов России вместе с опытными наставниками поставили мюзикл по мотивам фильма «Сказки Морозко». Самый лучший в мире праздник – это Новый год. Этой зимой проект «Nuclear Kids» случился в жизни Алексея Федина во второй раз. И снова юному артисту в спектакле досталась яркая и колоритная роль разбойника. Рассказывая о проекте, Алексей не может сдержать эмоций. Он с восторгом говорит о репетициях, подготовке, закулисной жизни и работе с профессионалами. Истинное счастье было в ней участвовать дважды, увидеть вновь своих лучших друзей –
Вновь поставить вместе с ними замечательный спектакль, это было для меня не только огромная честь, но и огромное счастье. Конечно же, было, мы очень сильно уставали. Порой иногда было нелегко, но мы стремились к чему-то высшему, и у нас это получилось, как я считаю. В Сочи в президентском лицее «Сириус» ребята из разных городов собрались вместе, чтобы подготовить новогодний спектакль в рамках международного детского творческого проекта «Nuclear Kids». Всего за несколько недель под руководством наставников юные таланты России создали новую музыкальную постановку «Морозко». Труппа показала около 25 спектаклей в Сочи и Москве для 5000 зрителей. На зимнюю сессию «Nuclear Kids» по традиции отбирают только лучших из лучших. У «Nuclear Kids» уже сложилась такая многолетняя атмосфера, потому что проект существует с 2008 года, и вожатые, то есть это старички проекта, дети, которые были в нем в 2017 году, участвовали в 2018. И мы все знаем, зачем мы туда едем. Мы едем, чтобы поставить спектакль, чтобы радовать детей. Основная трудность для участников проекта заключалась в том, что спектакль был в стихах, поэтому ребята не могли импровизировать и добавлять какие-то свои фишки. Для Василины Афониной эта зимняя сессия стала значимой. Во время чтения сценария девушка выдвинула себя на роль Марфуши, что стало неожиданностью и для нее самой, и для преподавателей, и для родителей. У Василины это первый большой театральный дебют. Очень рада, что я смогла выйти из своей зоны комфорта и вот побыть смешной, над собой даже посмеяться, потому что Марфуша такая очень харизматичная роль. И было очень интересно попробовать себя вот именно в этой стезе. В рамках зимнего мюзикла для юных зрителей провели мастер-классы по росписи игрушек, пряников, изготовлению декора из шишек и куклы-оберега. А 31 декабря команда проекта «Nuclear Kids» вместе встретила Новый год. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Место, где растят патриотов. Военно-патриотический клуб «Разведчик» Центра внешкольной работы попал в тройку лидеров среди ВПК Приволжского федерального округа. Саровчане представили весь накопленный за долгие годы существования клуба опыт и получили высокую оценку экспертов. Подробности далее. Клуб «Разведчик» существует в Сарове с 1994 года. В нем занимаются ребята с 6 до 22 лет. Изучают основы военного дела, боевые приемы, рукопашный бой. Многие из выпускников клуба поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и сегодня работают в этих ведомствах. Только за последние два года 7 ребят из клуба пошли в военное училище. У нас и альпинизм, и парашютное дело, как бы именно подрывное занимаюсь с детьми, и тактика специальной подготовки, и выживание. Все благодаря ЦВРу мы выезжаем в леса, там проводим занятия на неделю, как бы, ну и там конкретно уже занимаемся. Здесь, в спортзале в УБЦ Носилкино, занимаемся непосредственно физической подготовкой и теоретическая подготовка в классе. Накопленный опыт работы и программу деятельности «Разведчик» совместно с молодежным объединением «Победители» представил на областном смотре военно-патриотических клубов и занял второе место. Затем проект направили на следующий этап в Приволжский федеральный округ, где он попал в тройку лидеров. За это клуб получил грант в размере 50 тысяч. Еще один проект, который активно продвигает «Разведчик» – «Будущее за нами». Поступило от меня предложение, чтобы заниматься с 9 по 11 классы как раз полевыми выходами, на трое суток с ними вот так вот уходить. Реализацию этого проекта пока обсуждают. Опыт проведения подобных мероприятий у разведчика большой. Недавно ребята вернулись с очередных 8-дневных военно-полевых сборов. На них ездили и совсем малыши, и старшие воспитанники клуба. Как у нас день проходит? Мы встаем часов в 7, бежим на зарядку, потом у нас завтрак, потом свободное время чуть-чуть, и дальше начинаются занятия. Это либо тактика, определение азимута, либо стрельба, допустим, или тактика какая-нибудь. А потом обед, потом опять занятия. Но самое интересное на сборах – это конец, их конец, потому что начинается разведвыход. В этот раз прошли мы около 50 километров. Как рассказал Александр, в клубе учат не только военному делу. Ребятам рассказывают, как важно дружить, приходить на помощь, быть более дисциплинированными и ответственными. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.